Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Мы с вами находимся в коттеджном поселке Морской. Этот адрес Цветочная, 17, и мы дождались наших новоселов. Встречаем Екатеринбург. Мы вручаем нашим новоселам ключи от их красивого дома 110 квадратных метров. И в подарок мы вручаем сертификат на 50 тысяч рублей на покупку следующего дома. Можете подарить его своим детям, знакомым, друзьям. Он действует в течение года, с сегодняшнего дня. Понятно, спасибо большое. Пожалуйста, проходите в свой дом. Вам сертификат, пожалуйста. Поздравляем, проходите. Касается в помощи вам здесь, мы это все вам поможем. Маленько просто заблаговременно да, предупредите, во сколько будут машины, все. Не знаю, он сказал 26-го приедет. Без проблем, предоставим. Как говорится. 27-го он загружается. Мы тоже думали, что решать, а не получилось. Поэтому предоставим, поможем все. По своему усмотрению скажете, что куда занести, поставить, это без проблем. Спасибо. Ну все, будем обживать. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Александр Леонидович, как добрались? Сколько ехали? 2,5 суток. Добрались хорошо. 2,5 суток. Тяжелая дорога, да, удалось? Не совсем. Ну, как вам нравится здесь? Как? Да, вот на пенсии решили пожить в теплых краях. Угу. А как нас нашли? Ну, мы посоветовали нам. Отдыхали же в прошлом году в августе, угу. И реклама была, мы звонили. Просто звонили, когда сказали дома из Гастагаевска и Морской. Угу. Я Морской посмотрела, а это в Крыму нашла только. Угу. Вот что о существовании это и не знали. А вот в феврале, когда подъехали, уже знакомые сказали. Это уже просто по рекомендации знакомых? Да, да. Понятно, ну это очень приятно. А потом в интернете есть очень хороший «Вся правда» о Морской. Вот. Потом вас смотрела в Гастагаевскую, как идет, ну, как строительство, что, к чему, как по плану. Так что подготовленные. Да. Очень рады мы, что вы приехали. Мы-то как рады, что доехали. Уже обустраивайтесь, отдыхайте. У нас там снег. Наш рост выпал. Снег, а у нас тут цветущие абрикосы. Да, а у вас цветет все. Ну, я думаю, что у нас. Вот мы и дома. Да, у нас. Поэтому наслаждайтесь весной. Все, удачи вам. Спасибо. Будем обживать. Спасибо большое. В ближайшее время мы ожидаем заезда новых жильцов, также на улице Цветочной. Приезжайте к нам в гости, мы вам все покажем, расскажем. Подписывайтесь на наш канал. С вами была Инесса и компания «Стройгарант Анапа». До встречи в новых выпусках!